Уступите ради жизни. Сотрудники Омской госавтоинспекции провели рейд «Маячок». Полицейские пересели со служебного транспорта в карету скорой помощи и проехались по дорогам Омска. Больше часа автомобиль с включенными спецсигналами ездил по городу. За это время лишь одна автоледи на красном «Шевроле» не дала проехать скорой помощи на улице Богдана Хмельницкого и сразу же была задержана дорожными полицейскими. Правда, испугалась камер и не захотела выходить из машины. По словам водителя скорой помощи Владимира Плинто, а он работает в службе 03 уже 26 лет, в течение одной только смены такие неуступчивые водители встречаются минимум дважды, а порой даже приходится уступать самому. Уступать приходится, я же не буду в ДТП. Вот недавно тоже у меня вез больного, ребенка вез. На Ленинградской площади пришлось остановиться. Даже некоторые смотрят, мигаешь ты, сирена у тебя работает. Ну и ладно, постоишь, я поеду. Вот видите, стоим. Может быть, рад кто-то уступить, но пробки, видите, какая. Не объехать никак. Часто уступить скорой помощи не получается из-за неочищенных дорог. Автомобилям просто некуда отъехать. А вот опасаться штрафов за то, что пропустил машину экстренной службы и выехал за стоп-линию на перекрестках, которые оборудованы камерами видеофиксации, водителям не стоит. Платить не придется, несмотря на извещение с фотографией.